Вот такая я сегодня красотка, не пугайтесь. Значит, вот эта маска, сейчас я ее покажу еще раз. Она, значит, двойная. Черную маску рекомендуют наносить на центральную область лица. Это фактически зона высветления, да, когда вы делаете макияж, вы наоборот на эту зону высветляете, да, центральная зона – это лоб, нос, подбородок. И она более эффективна, то есть, чем белая маска, она лучше очищает поры и устраняет жирный блеск, вот, абсорбирует кожное сало, детокс-эффектом обладает и выравнивает вообще кожу, уменьшает размер пор. А вот эту вот маску белую, да, рекомендую наносить именно вот на эту часть по бокам, даже на подбородок. Здесь вот я просто сильнее сделала себе, но в принципе вот тут нарисовано, тут частично видно, что надо было вот так вот. Ну, это немножко странно, то есть вот эта маска белая, да, она считается более мягкой. Она мягкий очищающий эффект наказывает, да, выравнивает тон кожи и придает сияние и свежесть лицу. На самом деле, я бы вообще, в принципе, могла, можно было бы нанести черную на все лицо, потом белую на все лицо, потому что у многих как раз вот эта вот зона, да, она как раз подвержена высыпаниям, да, вот акне и так далее. Вот именно вот эта зона, почему именно рекомендуют белую на эту зону, я не знаю. Ну, в общем, я сделала вот этих вот вот этой упаковки одной, мне хватит на два раза. Запах офигенно приятный, просто супер. Я бы ее, на самом деле, наносится хорошо, я бы ее еще разок заказала бы. Посмотрим, как дальше будет, какой будет эффект. Да, еще скажу, что она достаточно быстро высыхает, то есть вот я нанесла сколько там, буквально минут 5 прошло, и она вот уже сухая, то есть можно пойти ее смыть, но я ее еще подержу подольше. Тем, кто любит глиняные маски, она прям вот очень приятная, так что возьмите на заметку. Так, ну вот я умылась. Кожа выглядит, конечно, мне кажется, да, посвежевшей. Может быть, не самый удачный свет, но это максимально, что я могу придумать здесь, в этой квартире. Тут нет лампы, чтобы хорошо все это показать. И вот максимально просто высунувшись в окно днем. А, значит, я еще пока не наносила крем даже. Что могу сказать, маска мне понравилась, она действительно хорошо работает. Во-первых, виден эффект, кожа становится такая приятная. По поводу пор, мне очень понравился эффект, потому что они заметно меньше становятся. То есть такое ощущение, что вот эта черная маска, она действительно работает с ними. Она их как-то чистит, сужает, ну, устраняет вот этот вот жирный блеск. Если у вас комбинированная кожа, вы боретесь с жирным блеском, вы страдаете от того, что у вас выражены поры, то есть вот эта маска, она, ну, действительно вам пригодится, и я думаю, что вы не пожалеете так же, как я. Можно, я думаю, что нанести ее, ну, просто чередовать, нанести черную маску, потом нанести белую маску. Вот этой вот упаковки хватает на два раза. И вот кожа выглядит, собственно, так, без макияжа, без крема, пока просто я умылась, смыла маску. Ну, еще, наверное, не особенно вот так вот видно, но она такая, кожа, конечно, розоватая становится, ухоженная, то есть такое ощущение, что вы сходили на какую-то процедуру уходовую и не просто дома сделали маску. Ну, вообще, в принципе, глиняные маски я люблю, но они же обычно жесткие такие, да, то есть их надо, глину разводишь в воде, наносишь, она там вся, лицо чешется под ней, в этой маске нет, то есть она достаточно комфортная для того, чтобы в ней полчаса посидеть, примерно, наверное, столько я сидела. И плюс она быстро смылась, достаточно, и хороший эффект. Так что имейте в виду. Покажу вам дальше наше лето.